Я просто уже 8 собрал, грубо говоря, двух поговорим. Да, давай, давай варом тогда залетай. Собираешь. Там надо 50? Да. Да, 50 надо, да. Ну, сейчас они что-то, видимо, шанс, что ли, под это подкрутили. Почаще надо кто-нибудь ставить. А, жалко, рарника нету. Так, что у нас 23? 10, нормально. Блять, Логита Чупач вышел, блять, все настройки, сука, трошки слетели, тварь. А, мне сегодня, ну, тоже там что-то это надо. Да, а вот эти мобы собираются на душу? Так, нет, я зря пытаюсь. Я настрою. Может, их походить, может, пустить? Я хуй знает. Может, первые два не собирались, а остальные должны. Ну, первые два нет. На что, на посох? Да-да-да. Должны. Ну, попробую, сейчас вот они сдохнут. О, первая что, пачка, что? Которая бегает, нет, а дальше начинается. Да, 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 пошло. Пошли, заходим внутрь. Так, где-то пидор вышел. Или что? А, вон скелет вышел. Человек зашел. Это хорошо. Он совой, кстати, может пойти. Совой, совой поиграет. Блять, ну герои так проходили, синтейки там. Ну, не играл какое-то время, что поделать. Что за значки? ИП за значки. А, рекомендательные? Я не знаю, что у тебя прям дохуя. Я что-то и не думал. Я 109 скинул сегодня. Да что-то не предусматривал я, чтобы прям за значки ИП давать. Может... А, может, это долбоеб сбивает каст еще. Может, голду какую-то? Ну, кстати, докупить их просто, на самом деле. Ужасно. Ну, ну, так-то блядь. Можно, но они дохуя стоят. Голды столько но нету. Если покупать, то можно, типа, наверное... Ну, а по 60 голды, давай скупай. Я взял по 15 челика. Ну что ты вообще идешь? Ну он за альянс был. А что за значки-то? Можно станки для по гильдии. Репу в гильдии прокачать. Поставок. До 25-го. А тебе поставки? Поставок нету? Не знаю. Я его сразу изай вообще до пизды, блядь. Просто связал и забыл, чтоб место санки не занимал. Я думаю, по-моему, даже у меня на всех на ком валялись, даже я раньше складывал, по-моему, уже все завезем. Это ловушки, бро. Ой. Ой. Это не я, честно. Слуг трона, отворачивайте. Давайте этот... Масс-сейф Айновен давай. Все сейвы даем, танков главное не проебите. Что? Дайте БШ какой-нибудь. Гнев небес, если еще есть и Вилаша, прям все сейвы свои отдавай. Айновен массакру. Сдал. О, повезло. Гнев издал. Главное в этот момент, когда какая-то пачка лежит, не сорвать ее лицом в рейд. Сейчас вроде повезло с этим делом. Но я войско знал. Что не знаю. Боже, а видите, что как она разбирает? Ну, в этой чарке есть хотя бы на полном стене, хотя бы увидишь, хоть как-то, хоть где-то он может дамажить. 21 уровень, я помню, где-то. А, уже есть 21.
О, да, почти 22-й, ничего себе. Это всегда в такой ДПС, да? Пояс передадите. Это нифига прикольно. А сколько? Они же не окинули еще поставок? Типа, за то, что было вот вчера, например, они же по-любому должны поставки дать. А, хуй вам, да, я понял. Да, уже все три пришло. Вчера было, блядь, 15 дисконов задненько. Типа шел в ЦВК, на 90, блядь, 3 часов, просидел в нем 6 часов, только из-за ебучих дисконов. В ебучие десятки? 25-ки, причем. Каждый дисконнект, блядь, минус человек, минус 2, блядь, стоишь добираем. Че там, рарника нету? Диси ему черканите, ответит кому ПМ, нет? Резко так не вспоминая, забывая об этом. Почему такой резкий, да? Так, он и я. Так, и вместо кого? Призана. Вместо призана. Написано, что ему уходить надо будет позже вставать, че? Через полтора, через час. Так, а, чё, призан, ты тут, Диси? Чё, поменяешься с Эй? Давай. Ой. Там мы сбонсаем МК друг на друга, а вы вдвоём там. Слушай. Так, ебаните шкаф, людей сунуть надо. Чек на ФК. Называется, нашелся тиммейт. У кого поезд там? У меня нету его. Кто спиздил поезд, знаешь? 2000 голды. У меня. Сейчас погода. История выигрывает. А, не тот. Наебал. Ну, наверное. Это крит хаст. 2000, наверное, стоит, да? Если не ошибаюсь. 400, я же уже сказал. Ну, может, 2000. Ага. Я примерно так вспомнил, как раньше было. Ну, там вроде 800 у меня писался. Я обновляю базу данных обычно каждый день. Нихуя не обновляю никогда. Ну, я пытаюсь следить за... Короче, 800-1200. Вот где-то так. Так, ну и я остался. Так, а я тут ставлю рыбу. Сука, хотел рыбу сделать, думал, там все по 3 голды стоит, нахуй, это хуйня, нахуй. Я смотрю, медуза, нахуй, 15, нахуй. Пиздец, думаю, ебланы, блядь. Хоть сам вставай, нахуй, рыбачь, нахуй, пиздец. Дичь ебаная, блядь. Еще я, блядь, в игре, сука, не рыбачил, нахуй, это пиздец. О! О! А конкурс нахуй на рыбалку, если... Конкурс это... завтра после ТТГ ГМХМ, после ГМХМ будет конкурс на рыбалку. На ОЛО полетим, все, кто умеет рыбачить. Все, кто не умеет, учимся, блядь. Просто покупаешь быстрый старт, и у тебя 460, я прав. Конкурс, ты что? Конкурс, цель конкурса была ловить рыбу на это, на рыбу? Ну да, чисто, блядь, на пир, нахуй. Ну хули, мы 10 минут половим чисто, и все, там нормально рыбы будет. И так будем раз в неделю делать примерно. Немножко голды можно... там. А можно, пожалуйста, модифицироваться, закинуть в пати к миликам? Да, да, даже нужно. Все, спасибо большое. А еще синтек СПС, если свичнуть. Чтобы он магов хилил. А киса, топы, че вы не готовы? Может, модифицироваться? Все, все, готов. Я просто макро смотрю. Какие эридары? Ну кто там эридар? Ну скажите мне, я же не вижу, нахуй. Вот эридар, а киса вижу. Кто еще во второй пати эридар, нахуй? Все, там два ночных... Два ночных... Чё тебе? Вот так. Рарный для эридар. Так, подожди. Это Пандарен. Это... У нас третья пати эридаров, как жопой жуй. Вот я тебе ночнорожденного дал, я хуй знает.
Начнождённо хватит. Пати только один эридар. В пизду, короче, похуй. Чек на пул, хватит уже. Итак, блять, обычка ебаная. Фулл рейд. Это, ребята, не косячим нахуй. Открываю блокнот. Блять, это ваше будущее в гере. В целом. Нахер мне эти зандалары нужны? Ты мне то кинул. Кого кинул? Развлекай. Чтобы у меня был ночнорождённый. Не, какой хм. Это самое, все, даю отчет. Посмотрю, если без вайпа сегодня пройдем. Ну, 2-3 недельки, может, начнем в геру ходить по четвергам. Ну там посмотрим. Не факт, что сразу по четвергам, может, суббота. Вон служи выйдите, не сдохните, нахуй. Вот смотри, сейчас кто-то. Вот, нахуй, Геншин уже лежит, чилит. Давай, друид инвалид, сразу его резай. Вот Гера, нахуй. Вот тебе и Гера, блядь. С таким скиллом, блядь. Геншин сразу собаку вызывай. Друид ему сразу инр заливай. Инвалид, который. Ировист тоже ему захуяривай инр. Фулмана будет. А синтек пускай оставит. Он в сове хоть? Да, в сове. Может, станем в один фрейм? Вы главное там. Стойте похуй в каком фрейме. Главное, выходите с лужи. Это самое главное. Так, ну ладно, давай я не зыбку дам. Хотя в обычке и похуй. Слушай, вот с этих выходить. Босс близко, видите, да? Лужа близко, блять. Рилли, ты тут? Диси? Плюс они чё? Смотри, в луже не стой. Ага. 260-й лок. Там для тех, кто новенькие в рейде, напоминаю, из-под ебала уходим. Немножко проведу, поверну. Сейчас служа исчезнет еще влево-влево танки. Вот за звездочкой. Это. Кто новенький, сейчас и ПГП лут мастер качаем после ребра. Пока мы трэш будем на леди бить. Качаем ПГП лут мастера дон. Чтобы я видел, что на вас одето, там всю вот эту хуйню. Лут по нему раздается. Bone Spike Cast. Я что-то не вкурю, тебя не бьет, что ли, тети кака? Ну так ты встал, блядь, левее от нас. Надо один в один стоять. Не, по мне прилетает, но он меня не выбирает таргет. Таргета он не будет выбирать, он автоатаку мне дает. Не, имеешь в виду парирование промок или чё? Не, а он меня не выбирает там. А так по мне урон прилетает. Костерец по трем целям бьет. Туда-сюда пошвыряем. Все, вот босс идет в центр, вы там сбоку, за спину готовьтесь идти. Встаем под ебало. Танки. Нормально. Бидон ставь тотем, геншин ген на ману. Синтек идер на вену, шипы разбейте. Синтек что-то не дает Эндер. Ладно, похуй. Может, не здесь. Я все дал. Bone Storm Cast. Если осколок, сразу говори. Не, нет, ничего. Просто. Просто. Так, ну это залупа на распыл по-любому. Или бомжи какие-то есть. Наручи на танка. Не наручи, этот застывший шип. Короче, на танка. Кому надо.
Дети, как я? Ну 10%. 20 ГП. Квест возьмите. Просто Влад, вот чекни, сколько стихийной реакции надамажила у меня. Ну типа чарка максимально бесполезная, нахуй. Да, странно. Ну, поясочек РДДшники. Так, из РДДшников сотку нажимает Зулзин, Бонсай нажал 50%. У обоих 64-й. У одного дух крит, у одного дух хаст. Приоритет примерно одинаковый. Ну, этот самый Зулзин ГЦ. Ну, он меньше дает, пусть ему идет. Полезнее. Квеста там нету. На кого квест сегодня интересен? На Дарнован. Он там сбоку квест. А, тогда берем перевербовку. Не забудьте взять квест, кто сейчас там на трэше чилит. Ёбаный урод, что это за хуйня. Дрейдрол отключить заебал. Вставай, тут тпшка сразу к нам. Полетели. Саня, Вьетнам, ебать, опять. Да, да что, прям, типа, как взлетаешь, что ли? Да. С каждой секундой сильнее. Ладно, все, смотри. Эй, играет через зажог. Не хочешь через зажог попробовать? Моб, короче, РТДшники, помощника, ебаните. Согрел. С краюшки. Милики там пускай бьют по чуть-чуть. Агри там этих гусей-ревнителей там. Вилаша, короче, танчишь справа. Вон дети петухи стоят. Ой, блядь, не Вилаша, этот Титикака. Титикака где кружок? 2 ДК где этот, где звезда. Так, что там еще есть? Помощник, да? Он стоит. Помощника сагрил в кружке. РДДшники бейте. А тут Гера сплодается? Да так-то можно, похую. Можно, ну. Ну, просто думаю, кипри потопить. А, второго, ага. И друг в друга их сводим. Первую незыбку я дам. Даю. Не люблю, давай гем на ману. Айновен, давай массакру. Вилаша, давай незыбку. Сразу садимся пить. Друид инвалид по не люблю, давай инер. Равис тоже. И синтек тоже. А, нет, синтек по иновену, давай. Равист по не люблю. Главное, это пить. Все, пуляем. Про Дарнована только не забудьте. А, можно, да, пожалуйста. Буря-бай. Буря-бай, Дарнована отведешь на лестницу. Мой моб с лестницы и центральный. И там, где Дарнован выходит, а твой Вилашевого босса и центральный. Пуляйте, блядь, тут отчет не надо. Так, Буря-бай сразу отводишь его. Это даёшь. Первая группа где слева, да? Звездочки. Первая, третья слева, вторая, четвертая справа. Трэш хуярим. Все, там отведешь и покаяние ему, и мне. Служу выходить. Че, покаяние есть?
И чё? Вырубай. Синтека законтрольте. А, вот а чё правых никто не бьет, все съебались босса бить? В принципе, никто не бьет. Идите, милики, побейте. Да магеры хую. Чё вы? Надо на трэш забивать. Вообще на печеньке на трэш забили. Угу. Вон там что-то пати же должна быть. Физуха, слейте моба. Вот слили. Все, трэш 3 секунды. Секунда. Я пока не могу использовать эту способность. Ты не в силах противиться моей воле. Знаете, взорвался бы, конечно, да ладно. Контрольте рогу, не убейте. Даже в обычке убиваете, нахуй. Друид инвалид БР. Трэш секунда. Стопайте по боссу, пачку трэш убьем, потом будет переводить. Давайте Геру, давайте Геру. Фулл ДПС по боссу. Фулл баф по этому, по хистории. Каску лапу, пристабав, кулак. Так, пока тут подержу. Вихрь сразу ППС. Ну, сука. Ясно, нахуй. Вот вам и Гера, нахуй. Вот вы будете на Гере сидеть на замене чилить. Кто не может вихрь дать. Зайду на сову, нахуй, буду вихри давать, чтобы леди убить, блядь. Все, это самое. Ёбаный в рот. Силы рун нету, нахуй. Забери там, кто там? Титикака, ага, пускай. Ну, Вилаша, забирай там, магов обгонишь. Лока, смерч, блядь, спасибо. Лучше смерч. Я же говорю, вихри не хотят давать, пацаны. Ни моментальный кот не может дать, ни сова не может дать. У кота моментальный вихрь, мгновенный прям. И ирдру не может дать. Только контроль взяли, по одной секунде я уже лежу. 3 секунды бежал, тебе не давали контроль, какая 1 секунда. Ладно, 2, 3. Если в обычке это похуй, то в Гере это не похуй. Ну, такого просто не должно быть, блядь. Там 3 человека в контроле берется. Минутка занудства от воина, да? Ну имейте в виду, блядь, если леди не убить, то и целка не пройти. Так. Распылить. Моя любимая кнопка распылить. Клонибелунг. Надо даже как будто, да? Нихуя. Бонсай. Точно тебе. Ебать! Хороший маг. Ну, это типа так, если на ПВП какой-нибудь. Багрушечку выбил. Чисто потестить. Кольцо надо кому-то. ГЦ. Я пояс выбил. Пока сено на распыл закинул. Ну и тапки. Тапки говенные, крит МП5, хуйня, тоже на распыл. Полетели. Что, Дитикака, может, ДД? Я ем и сижу на ракете. Но... Ебать, 1 000 000 этих табличек теперь, сука. Пизда. Не кончится, нахуй. Сейчас я еще смотрел, лутану багруху.
что, трэш не убьем, что ли? Бейте, конечно. Рад тебя видеть. ГЦ нахуй, 750 УД, блять. ГЦ тебе. Параша ебаная, блять. И что там кроме УД дропается? Ну, ВЕшка бывает, и все. Как же вы косакеты? Да. Да, правда, и рубины, а не три. А, топовая хуйня. Боты тебе дать? А, ага. Дам боты. Так, кинжал, кольцо точно никому не надо. Дух крит и кинжал тоже дух крит. Тоже спылю сейчас. Так, пошли на корабль. Че, вы эту пачку не агрили? Надеюсь, бой не будет висеть на людях. На мне висит. Ну вот если висит, возвращайтесь обратно и бейте пачку вот эту. Че вы ее не убили? Сейчас будет, блять, на одном человеке бой будет, он бафнет кого-то, нахуй весь рейд будет с боем. Эта пачка заливается 15 секунд. Не знаю, зачем вы мимо пробежали. Так, бидон на тебе. Там еще сокрыли. Там он какой-то труп нахуй полетит по полус, видели? Трупы ползают, вообще пиздец, кринж. Все, боя нету. Вас стреляли ледяной короны, тут все трупы ходят. Можно на пушку? Кто? Бонсай. Да. Кроме пятой пати, можно на пушку. На нашем корабле Вилаша и... Этот самый, ну давай, Бурибайте Дикака, два ретрика. А я пушка. Чисто ревяк, отдай пушку. Остальные и туда летаем. Пушку. Остальные все ран соберем. Я всегда в ней сижу. Как только рядом. Дайте быть в черте. Чем быстрее мага будете заливать, тем быстрее корабль переведем, убьем. Я не умею допустить парня. Не знаю, тут крайняя моя пушка. Кто в пушке, я не понял. Ну вот стоят 4 пушки, не видно? Самое главное, я вам что хочу объяснить. Вы в пушке одновременно 2 человека не тыкайте. Иначе пушка просто нерабочая будет весь бой стоять. И мы будем вместо 5 минут, блять, бить тут 10 минут сидеть. Все запустил. Если люди стоят возле пушек, чильте. Не знаю, что вам так горит. Я в пушке, не знаю, сколько лет. Лет 7 не был, блять. Пушка ничего делать не надо просто. Ты куда назначил меня, Титикаку, куда? На нашем корабле стоит. Ты, кстати, в ретрика спекнись. Ну уже спекнись. Ну, можешь и летать, похуй, в принципе, тут и Вилашу не шотнут эти пидоры. И если надо будет, кто-нибудь прилетит, там, даст семечку, там, он 4 лока дадут по одному разу семечку, и все, и трэша не будет. Что это там вдалеке? Боевой корабль Альянса! Все на палубу! Точно на моих тапках есть 3% выносливости? 5, 4, 3, 2, 1. У меня не показывает, блядь. Груль магикоп. Да можно, в принципе. Да, есть на твоих ногах. Сейчас посмотрим. Я думаю, после РТ ТТГ десяточки сходить, вдруг какие-то чарки выпадут. Все, я полетел. Летите тоже на тот корабль. Готовьте, сейчас маковает 5 секунд. 4, 3, 2, 1. И все, и до конца хуярим. Так, что-то там кто-то в чат спрашивал.
Так, сейчас кто-то это... Кто скрин будет делать? История, да? С сурка. Да, йо. Я... У меня ребро есть еще. Угу. Вот так, если приползу. Ну, леди это. Ну, закинешь там в ДПС вот этот канал. Скрин. Последний маг, наверное. Давайте добивайте там пушки. Еще маг, нихуя себе. Ну бейте мага, хули. Бля, могу сказать. Он не зыбко. 43 как. Бегите. Рвист вылетел. Ты где там, Рвист? Диси нету вроде. Ой. Да, блядь, 16:30. Сука, я что-то в календаре не поставил. А, ну, что-то я проебался. Я забыл, что 16:30, а в календаре 16:30. Надо исправить на завтра, чтобы тоже в календаре было. Поставьте рыбу. Сейчас. Опа-на. Какая вкусняшка дропнулась для разбойников. Замеряйся. Так, плечи надо, конечно. Бесплатно. Если кто-то там квест на шем будет делать, ладно, распыл забил. Так. Пуха. Я хуй знает, кто ее носит, ханты или кто. Или роги. Роги, ФДК ее носит. У нас таких нету, наверное. Счеты. Это параша полная, если честно. Может, кому-то надо с рдрушником каком-то, он любит щиты. Он Равис зашел. Так, проверка. Так, кто у нас из... Из хилов? Все 5 ДД спека нету, да? Так, ставлю... Ну, у меня есть слабенький, 6к ДПС могу дать. Да не, не надо тогда. Шаты. Не, не надо. Тогда просто 5 хилов будете. 18 ДПСеров, все как положено. Лак по шаману, там всю хуйню раздайте. Кто у нас там? У нас 2 паладина. А, 3 паладина. Вот, один кулаки, один гаски, один, блядь, кресты. Замутите так, чтобы на шаманах на кисе был кулак. Вот. Вот я вижу на нем МП5 и вижу на нем каску. Кто кулак дает? Третий шаман. Ладно, давай тогда по-другому. А ТТК, а чё бафаешь?
Да, чё нету там, вижу бафа. А киса кулак, я по ней кулак давал. Понимаю. 3 минуты кулак. Не, надо не так, чё вижу. А Айновен, чё бафаешь? Каски. Бурибай, чё бафаешь? Ну, МП5 он бафал. Я вообще ничего не бафал, я в проте был. Так, так, давайте теперь тогда... У кого у вас кулаки вкачаны? Давай посмотрим. Смотреть. Так, Бурибай, ты кулаки бафаешь? А ты, Тити, как МП5 всем бафаешь? Ну, на остальных хуй забиваешь. У тебя тоже, хотя кулаки есть. Главное, чтобы на Акисе был кулак, это Энх, не забывайте. И МП5, и кулак. Принимайте, пока еще запускаться будет, еще тут не запускал. Гера когда жмется? Спула. Эй, я готов? Эй, нету. По друидам кулак провисту. Титикака, да? Или кто там из вас дает? Бурибай, ты даешь? Я забыл, блядь. Бурибай, по друидам. Код есть в рейде. Запускаю босс. Бурибай. Прием. Блять, вы до сих пор не дали, что ли? По шаману и по друиду. Вот, да вижу. Есть на нем кулак, че он вон. Так только что бафнули, я увидел. Рависту Эвилаша дает. Ну я тебе тогда историю дам. Нету там у нас, господа. Да, скинем. Секунда. Давайте. Кого я стаунтил, что-то не понял. Надеюсь, не босса. Uh-huh.
Да ну нахуй, это что, метка была на нем? Да, но как она шотнулась, я хуй знает, я на стопу включил через Е. А метка, ну, на нем частица была. Глянь, как все убил. Маги, они такие, они же дырявые, их брони просто нету. Просто бах и все. Лол, блядь. Пиздец, блядь. Да, бидон, ставь тотем. Не люблю гимноману. Синтек по Эновену Иннер. Даю незыбку. Ну эти пидоры, чё они так нахуй убегают? А, это там сова просто. И тоже давай, милаша, нету не зып. А, все, тут добили. Лес эти мага. Открывайте портал. Два покорителя. 320к. 320, ага. По 21 500 история стопой. Малифицист 19600. Равист 19300. Вихторка 19100. Это ГЦ получается... Бонсай 18500, надо запомнить ДПС. 2 носка 17300, Притон 17800, Акиса 18, что-то маловато в этот раз. Их-то милибафов нету. Что 17, Рилли 17. Странно, он что-то падать начал, почему-то ДПС. Ну, чарк сломали. Бой только заканчивается, короче, и ДПС сразу падает. Да-да-да. Плюс-минус, то есть, грубо говоря, первая четверть. Ну, 1К надо. Весь бой. Плюсом, да. А чарки сломали, ДПС стало меньше. Ну, у топовых историй у них чарки вроде более-менее рабочие еще остались. У остальных я хз. У варов кал полнейший, блин. Это Воля, Вихторка. Ты что, Воля, троллишь, лол? У нас Воля, что, на стрессе, ну, наверное, нужна топа. Топа тебе не надо, Воля? У тебя дона нет? Не-не-не, мне не надо, Воля, нет. Так, на стресс. ГЦ. Так, чё вы стоите тут? Чё там, не открыли, что ли? Да нет, чё-то не открывали. Пошли хуярить. Все на друг друга, блядь, смотрят, блядь. Ой, ебать. Давайте быстрее там. Кто телепортируется в это? Кто открывать-то пойдёт? Лол, блядь. Какая очередь, нахуй, я групповой хотел поставить. Ну шо там, блядь, открывайте уже быстрее. Ебать, вы чё там, пацаны? Сдохли, что ли? Там бабл некому прожать, пройти это всё. Вон там, бонсай минус, нахуй. Я понял, да я, блядь, на последнем чуть-чуть не добежал, ну чё ты, блядь. Гера, не портал открыть не могу. Открылся портал. Просто, блядь, барьер, нахуй. А, нихуя, у меня идея, нахуй. Стойте, не бегите туда на чумку, сюда, назад, на мост. На мост, на мост, все. Гэндальф. Говорит, ты не пройдешь, значит, ты не пройдешь. Сука, ты не пролетишь, нахуй. Пролетишь, кем встретишь? Так, она скастовала какую-то хуйню, давайте больше ДПС-те. Давайте. Мне кажется, она с Релкукухой поехал. Да, нет, тебе не кажется. Запомнил, блядь, твой ник. Напишу тебя в блокнот. Я буду рад. Вон там моба одну добить. Сейчас еще пидорась не прилетит, прилетит одна. А пошли через мост. Сейчас она летит, тварь, это к нам. Давай, кто быстрее сагрит. Сука. Интересно, она отсюда сагрится? Иди сюда. Нет, отсюда, видишь, не агрится нихуя. Дух волка, блять, я понял. Волку ЕП, значит, дадим нахуй. Че не ГП? Ну он сагрил, надо же было сагрить. Кто быстрее сагрит, тому ИП. О, теперь заебись. Все, пошли на чумку. Так, ну еще стухло. Посмотрим ДПС.
Смотри под конец. Так, первую незыбку дал. Мили зону, смотрите, хорошенько захиливать. Да, хз, милики нормально. Это пока. Здесь мы незыбка до собаки откатится. Трэш соберите. Наверное, тебе что, эта музыка не нравится? Эминем говно. Никто не видел этот прикол? Походу эти приколы 20-летние, только я знаю. Кольцо нам... Диско. Кольцо отдадите. Вот тут этот пришел, великан. Нахуй тебе кольцо. Да, пока. Похилите, ебаный рот. Че вы там, блядь, внизу лестницы стоите? Че, я в уголок зашел. Чтоб никто не уволок. Вот этот друид, давай друид инвалид, по не люблю инер. Ну видишь, мана у него маловато. Синтек, давай по инновену. Сейчас собака будет. Не, ну если успеешь, ред. Похуй дал уже, заебись. А кто там у нас? Вот давай вонючку нахуй. И сюда. Да ебать, как оно сыпет. Как сыпет, вкусно. Можно сюда. Сюда отводим. Так, первую незыбку я дам на первое истребление. Мелкого там застаньте, зауешьте, сбейте ему косты все. Так, готовлюсь незыбку давать, даю незыбку. У кого там кольца нахуй? У меня ни одного кольца нету. Второй не разыграл еще. А первый у кого? У Вихторки вроде. Да ну нахуй, ясен. Еще и ачивка какая-то. Вставайте под собаку, чтобы мобы под собакой были не разбегались. И через мелкого, через того играть, им просто избивать. Вон, следователь хуйни, вот эту. А чё у тебя химиса, макрос какой-то или что? Говорит что-то невнятное, это постоянная хуйня вот эта, блядь. Да, макрос. На маленькие хитрости, на БР, на всю возможную херню, которую могут выдать на других игроков. Нихуя собака замаглась, блядь. Нету мобов с неё. Ебать, проф визжит. Вообще просто чат сказать, проверять.